Слава Тебе! Отче всех нас, Господи, уповай, Ты даешь им пищу во благовремени, и отверзаешь и Ты щедрую руку Твою, исполняя всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За молитву Пречистой Матери, всех святых Твоих, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Боже милости, будь мне грешным. Создав меня, Господи, помилуй меня. Вячеслав согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй, и освети дары, посылаемые Тобой словом истинной молитвы. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Сегодня у нас 31 августа 2021 года, вторник. Это, ну ладно, сидит. Меня спрашивают, вот сейчас время такое, после поста, что едите? Сразу скажем, мяса у нас нет на столе. Ну, тут кто? Мы не едим. Двое остались. Вот, с Владимиром, по себе покажи. Угу. Тут Надежда Васильевна должна быть. Где она? Не пришла. Или на молитве это была, ушла, и не видать. И показать, вот как в деревне и в городе, сравните, какая разница. Какой хлеб, какие лепешки, это все покажешь где. Арбузы, это все свое. Что-то мы сейчас будем есть, что-то там на обед, ну что. Вот. Это вот с чем она-то? Пшенка, картошка. Пшенка, картошка. На рыбном отваре. Рыбный отвар. А рыба вот она лежит. Своя рыба. Своя. Сами вот создали здесь пруды, завезли рыбу, зарыбили. И у нас рыба всегда на столе. А вот это вот, когда чистим рыбу, это икра рыбы. Ну она, видишь, уже до поста была, и она слиплась вместе. Карасиная, карась. Это съездили рядом у нас здесь Каренда, помесь смородины с крыжовником. Вкусная ягода такая. Берешь там хоть ведро, хоть два набирай, бесплатно. Дальше отварены в крутом посоленном так кукуруза, матушка кукуруза. Вот. Огурцы свои, хлеб, лепешки, вот она. Помидоры свои. Помидоры у нас так делается. Нарезать помидоры, репчатый лук, растительное масло, вот оно всегда на столе в баночке. Помогает нам тут есть для лагеря, как бы, помидоры здесь. Там дыня еще есть. И соль. Вот четыре компонента. Лепешки. И там, видишь, из арбузов на будущий год уже готовится. А там что в этом находится в баночке? Мед сотовый. А? Сотовый мед. Сотовый мед. Ну давай открыть, можно показать. Сотовый мед. Иди купи его. Вот он какой. Соты. Это мы показываем то, что у нас без денег. У меня вот как на гостей тут одна организация помогает мука. Ну для них это вот кроме того, вот сейчас я. Вот вода это отвар рыбный. Рыбный отвар. Лепешки. Простокваша. Простокваша. Это покупаем мы тут у кого коровы. Да иди купи. А ну прикиньте это все на лепешки. Да тут лепешкам цены нет какие. Вон они какие же. Чеснок, лук. Вот оно все. Все свое. И из деревни-то люди что могут взять в город? А когда ты живешь, у тебя все. Там дыня. Тут небольшая сегодня дынька-то. Дыни свои. Помидоры вот которые. Здесь у нас купленного ничего нету. Муки нам это помогают, которые. Лепешки пекут. Вот там, посмотри, какие лепешки. Чтобы в руках было видно, что-то не понравилось. Это Володя сам печет. Какие, видите, большие. Вкусное все. Это рыба. Это только на завтрак. Пожалуйста, там варенье уж я даже не считаю это. Я его никогда почти не ем. Конечно, такая пища здоровая. Вот я никогда не болею. Ни разу в жизни ничем не болел. Так, чтобы ну, язва какая-то там или бывает. Не считать болезни, если там у меня, допустим, упал где-то, сломал руку. Я не ломал, но, к примеру сказать, это не болезнь. Это повреждение. Вот. Вот у нас нынче, я не знаю, тут как еще не собирали свой урожай кукурузы-то. А Виктора Николаевича Савченко, сестра Ольга, живет она в Завяловский район. Сколько там? Километров 60-то есть, наверное. И она, что-то у нее там, где-то маленько стали чернеть такие. Это. И она тогда в молочной спелости, как называется. Покажи, вон там внизу лежит. И она привезла 107, я посчитал, мы очистили.
интересно, 14 одежек снимать каждый початок кукурузы запеленатый это. Ну вот сняли все, оказалось 107. Там батюшки дали, кому могли. Она привезла, полюбили, я даже... Я говорю, ну что ж ты делаешь, такую даль ехала. Нет, я, ну ладно. И вот когда люди верующие, христиане, с Богом живут, все это с благодарением Богу. А представьте, от рыбы. Я видел только это в Америке, больше нигде. Допустим, китайская кухня, и я заказываю рыбу. Меня завезли туда. А какую надо вам рыбу? А как? Какая? Ну, тут бассейн небольшой. Я сразу подошел, хозяин китаец, по-своему там говорит. Какая рыба нужна? Я посмотрел вот эту, он сразу исчерпаком, и тут же готовит. Не так, что унес, а там где-то... Тут же при мне я стою, смотрю, как он ее потрошит, готовит. И мясо людям точно так же готовят, и тут же турецкая печь. И как они на решетчатое, это железное, суют туда и поджариваются, безобманно. И у нас лепешки, как мы собираем, как... Ну, все показываем. Ничего скрытого нигде нету. Как рыбачим. Как эта рыба сохраняется, вот эти икра, и помаленьку даже. Организм все принимает. Притом алкоголя никогда не бывает. Завтра вот постный день, здесь рыбы уже не будет, растительного масла не будет, а то пустил растительное масло. Икра уходит, рыбий отвар уходит, остается только постная так называемая еда. Мы православные, мы строго этого придерживаемся. И каждый день смотрит в календарь, кто там готовит. Что можно растительное масло или нельзя. У меня лагерь детский, основатель его, нынче уже приезжает 48 лет, 49 уже в ином формате. И мы ни разу не нарушили, чтобы масла нету по календарю, а мы бы его взяли. И на душе радостно это. А что это, зачем? Ну, это наш образ жизни, мы так живем. Вот что могли, мы показали здесь. Ну, вокруг обвинись и садись. Угу. Спаси Христос. Слава Христу. Да. Благословен Господь. А как Володя вкусно готовит вообще.